Чтобы театр мог воздействовать на жизнь, он должен быть сильнее, интенсивнее повседневной жизни. При стрельбе целиться выше цели. Так выразился в свое время австрийский писатель Франц Кафка. Вот об этом мы и поговорим сегодня. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород. А разговаривать о том, насколько и как театр может воздействовать на жизнь, будем с актером Гомельского областного драматического театра Алексеем Михайловичем Бычковым. Добрый вечер, Алексей Михайлович. Добрый вечер. Да. Добрый Музыкальное вечер. Сопровождение Ростислав Бондарев. Давайте сразу быка за рога. Театр может воздействовать на повседневную жизнь? Может. И должен. Должен, прежде всего, должен, конечно. Конечно. А иначе искусство театра не будет как такового. Он и призван. Мне кажется, театр. Но вот эта мысль Кафки о том, что должно быть сконцентрировано на то, что происходит на сцене по сравнению с повседневной жизнью. Насколько он прав? Абсолютно. Ну, прав тут спорить не приходится, потому что это истина, это природа театра. Это природа театра, и взять там классический пример пьесы, ну, Шекспира. Конечно, там собрано все, сконцентрированные и события, и персонажи ради достижения своей цели. О чем, ради чего написана пьеса, ради чего ставится будет потом спектакль. Но как иначе? Ну, с другой стороны, время-то идет, время меняется. То есть, если вы говорите про Шекспира, классический театр, да. Или там театр Островского, или театр, там, я не знаю, Михаила Чехова, современные пьесы, они больше какие-то развлекательные, по-моему. Театр больше в такую развлекательную сторону пошел. Ну, не без этого. Здесь уже возникает вопрос, насколько, то есть, если Кафку вспоминать, насколько концентрируется то, что происходит на сцене, и насколько оно сильнее, чем повседневная жизнь. Вы знаете, иногда новости интереснее смотреть. Нет, все правильно. Но дело в том, что природа и комедия, все равно же это театр. Все равно театр и комедия, и любой жанр. Все равно он способен воздействовать на зрителя. А как иначе? Я недавно встретил своего знакомого, который является депутатом Палаты представителей. Он был на спектакле. И он, знаете, после спектакля, комедия. Комедию он смотрел, и он после спектакля пожал мне руку и сказал: «Вы делаете большое дело». Спасибо, Алексей Михайлович, вы делаете большое дело. Почему? Да потому что вы вселяете оптимизм, веру какую-то в людей. Иной раз сложно, иной раз там поднимать дух. Боевой, да и не только, какой там боевой, просто человеческий дух, вы понимаете? И мы, конечно, воздействуем. Да, вы знаете что? Я сейчас вспомнил нашего педагога по мастерству актера Александра Ивановича Бутакова. Это где? Это Белорусский государственный театрально-художественный институт в Минске. Сейчас академия, да? Сейчас академия, это, да. Вы знаете, вот его как бы, его помыслы, мы, бутаковцы, вот несем через всю свою жизнь, да. Он вселил в нас... Красиво сказали, мы бутаковцы. Бутаковцы. Сейчас у нас в театре несколько выпускников именно Бутакова. Мы с одного курса, с Владом Карака. Вот, Людмила Корхова, наша народная артистка, тоже бутаковская. И вы знаете, он вселил нас, если вы почувствовали, отыграв спектакль, что вы попали хотя бы в одного зрителя, сидящего в зале, значит, уже день не зря прожит. Вот эти юношеские, какие-то максималистские наши вот представления. Все через всю жизнь несем. И до сих пор, я уверен, и Влад, и Людмила Константиновна несем вот эту веру в то, что дело наше, оно не бесполезное. Попадаем. А тому есть подтверждение. Вот ведь в чем дело. Есть тому подтверждение. Спектакль «Любовь под вязами», который сейчас в силу определенных обстоятельств, он законсервирован. Он уже давно не идет на сцене нашего театра. Но, вы понимаете,
после спектакля я люблю, особенно после этого драматического и даже трагического, может быть, спектакля, люблю пройтись пешочком. Если хорошая погода, то даже домой, из театра домой. Восстановить силы и ту концентрацию, которая ну, была да, на сцене. Ну да, и немножечко прокрутить, да, прокрутить спектакль, да и, собственно, может быть, и день прожитый, понимаете. И вот несколько раз случалось так, что вот на переходе, где светофор, выходя на Советскую, на улицу Советскую, останавливаешься, и люди подходили, просто благодарили. Подходили и говорят, спасибо. Они после прямо, спектакля. Прямо после спектакля. После да? спектакля, живьем, по-живому еще как бы. Они это... подошла, пара подошла. Мы приехали из Петербурга. Мы любители театра. И вот комплименты. Ну, спасибо. Конечно, день не зря прожит. Приятно, наверное. Конечно. С одной стороны. Конечно, конечно. Ну, сама актерская профессия, сама жизнь, наверное, судьба актерская. Если не будет внимания зрителей, то зачем? Зачем? Конечно, но зритель – это основной компонент. Основной компонент – пьеса, спектакль, собственно, и зритель, для кого мы это все делаем. Я предлагаю посмотреть небольшой отрывок из спектакля Гомельского театра с вашим участием, ну, для того, чтобы те, кто, может быть, никогда не был в театре, если да. есть такие гомельчане, да, да, хотя да, бы да. имели представление, о чем мы и с кем разговариваем, да? Ну, Ну-ну. Давайте посмотрим. Ну-ка. Как же это мы так оплошали, как я, старый дурак, выжил глупый баран из ума, 30 лет живу на службе, ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и глупов таких, что весь свет готовый оборвать, поддевал на лду. Трех губернаторов обманул. Что губернаторов, нечего и говорить про губернаторов. Но этого не может быть, Антоша! Он обручился с мамашенькой! Обручился? Вот тебе! Кукиш с маслом обручился, лезет мне в глаза с обручением. Вот! Смотрите! Смотрите все! Весь мир, все христианство! Все смотрите, как одурачен городничий, дурака ему дурака! Сосульку, тряпку принял за важного человека. Вот он по всей дороге теперь заливает колокольчиков, разнесет историю по всему свету. Мало того, что попадешь в посмешище, найдется какой-нибудь щелкопер, бумагомарака, пьесу тебя вставит, вот что обидно. И будут все скалить зубы и хлопать в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь? Эх вы! Узнаете городничего? Боже мой, как это давно было. А ведь совсем недавно. Давно. 9-й год, по-моему. 2009 год. Возвращаясь к содержанию, это «Ревизор», да? Над кем смеетесь, над собой смеетесь? Может быть, вот эта вот фраза, она такая расхожая, с одной стороны, Гоголя, а с другой стороны, очень подходит к теме нашей беседы относительно воздействия, относительно концентрации. Вот даже то, что вроде бы история, анекдот, если по сути «Ревизора». Ну да, но нет, это великое, но... это великое произведение. Я вот вот что хотел. То есть мало того, что актер, мы же говорим о театре в принципе, да, но да, вы да. как актер, режиссер, берет спектакль,
Бывало так, что вам, как актеру, работая при постановке, немножко неуютно, роль не та, как-то так, нечего сказать, нечего выразить, вот для того, чтобы эта концентрация донести. Не знаю. Так, я понимаю, что скользкий момент. Сложности в работе над ревизором, над городничим, конечно, были. И самое как бы сложное было в том, что я не верил в себя. То есть вам никогда не приходилось управлять городом? Да нет, не в этом дело. Ну, конечно, это роль. Не верил я в то, что получится, сделаю я эту роль. Может быть, и потому, что не было опыта управления городом. Может быть, и поэтому. Я в кавычки беру как бы... Понятно, да. Естественно. Да. И только вот до прогоны, когда уже начались, генеральный прогон, ко мне подходили актеры, что весьма редко бывает на театре, актеры подходили и говорили, что складывается. Я говорю, да погоди, что там складывается? Не говори так, все идет туда, все, ты посмотри, что делаешь, как сцена держится, посмотри, какая это трагическая сцена. Да. Вроде бы смешки в зале да, смешки. Да. Тут и смех, и слезы, все рядом. И, конечно, когда случилась уже премьера, когда случился, как мне кажется, спектакль, я очень дорожил вот этой последней сценой. Мы не зря ее выбрали, наверное. Да, потому что ключевая, потому что, может быть, ради этого... Ключевая, вы понимаете? И я видел сам несколько вариантов ревизора. На гастролях у нас были. У нас в нашем театре это третья постановка. Да. Леонидовцы открывались в 1939 году ревизором. Потом, значит, где-то в 70-е годы, по-моему, ставили ревизор, и я играл там одного из каких-то то ли мужиков, не помню. И вот сейчас эта история. Конечно, это внутри, это то, что не сбыть, это мое, это судьбинное, и не зря на международном фестивале «Белая вежа» в Бресте этот спектакль занял гран-при. Гран-при, а ваш покорный слуга, номинация «Лучшая мужская роль», да. Лучшая мужская роль. А вообще много таких вот ролей в вашем творческом багаже, таких вот значимых? Не секрет же, что бывают проходные такие там где-то? Конечно. А то, которое остается в тебе, как бы и живет с тобой, и ты ходишь с ним, это «Счастливцев» в Островском, в лесе Островского Александра Николаевича. Это «Чугунов», «Волки и овцы». Тоже как бы лучшая роль в номинации, в номинации «Лучшая мужская роль» на фестивале «Славянские театральные встречи» здесь, да, в Гомеле. Да. Потом я бы хотел бы отметить, допустим, роль «Дервоеда» в «Рядовых». Да, это была постановка Валерия Николаевича Раевского. Но это не был перенос оттуда. Вот этой ролью я тоже дорожил. И мы с удовольствием играли спектакль. С удовольствием. Я помню все, кто были заняты в спектакле. Вот это отношение к теме войны, к теме... Особенно если произведения такие значимые, то есть тут уже относительно репертуара. Давайте немножко обратимся к роялю в кустах, не к Ростиславу, а к нашему роялю, который здесь. Можно ли назвать вас поющим актером? Есть такое понятие – поющий актер. Приходилось в спектакле петь? Приходилось, да. Я скажу больше, что по молодости амплуа даже... парня с гитарой было. Пользовали мои
возможности играть на гитаре. Более того, я и как бы уже по молодости начинал писать песни, сочинять песни на стихи очень хороших поэтов. Достаточно сказать, вот несколько песен мною написаны к спектаклю «Жестокие игры». «Жестокие игры». То есть здесь постановка гомельская, да? Да, 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 у нас. Да, и одна из песен, она и сейчас живет. Я ее периодически даже пою так в кругу друзей как-то. Вот она живет своей жизнью. Да, можно, конечно. Ну, а опять же, «Летучая мышь» была. «Летучая мышь» у нас была, и я с удовольствием с бокалом в руке пел тост, тост Орловского. Да. Так что можно, конечно. Но вот почему-то хочется Арсения Тарковского. Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло. Только этого мало. Все, что сбыться могло, мне, как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало. Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и вправду везло, только этого мало, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало, день промыт, как стекло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне, как лист пятипалый, прямо в руки легло, только этого мало. Только этого мало, только этого мало. Спасибо. Роскошные стихи, роскошное исполнение, роскошная песня. Спасибо. Я думаю, спасибо. Нашим телезрителям тоже понравилось. А вот актерское же исполнение отличается от певческого, эстрадного, ну, если уже мы берем вот так вот, потому что, касаясь общей темы разговора, наверное, воздействия... Наверное, слово, отношение к слову, понимаете? Сейчас в большей массе, насколько вот я смотрю, вижу поверхностное отношение к слову в песне, в песне. И вот когда вдруг появляется певец, певица ли, которая ценит слово, понимает, о чем она поет, что она хочет сказать, донести зрителю, вот это дорогого стоит. Ну, наверное, вот это, я самое говорю... Самое главное. Самое главное. Но иначе зачем брать гитару и зачем чего петь, а тем более в моем случае сочинять. А мои песни, а их порядка более 100. Более 100 на стихи как хороших поэтов, я еще раз подчеркиваю. Почему вдруг я стал писать эти песни? Потому что нравились стихи, и свое отношение к тем или иным стихам я пытался выразить через музыку, в данном случае через гитару. Вот и все. Вот и все. Слово в основе. А это все музыкальное сопровождение. И, может быть, песня звучит, может быть, оно и слишком... А может, от невостребованности? Может быть, то, что мало было того, что на сцене сказать? Ну, хотелось быть. Что-то еще я лишнее? Это я не знаю, я размышляю. Я восполнял. Нет, мысль абсолютно верна. Появились, когда я открыл для себя поэзию Николая Рубцова, а он для меня по сей день самый любимый поэт, на его стихи появились несколько песен.
И это требовало какого-то выхода. Появилась музыкально-поэтическая композиция на стихи Рубцова порядка 45-50 минут. Авторская постановка. Конечно. И я выступал по линии общества книголюбов. Я выступил с этой композицией, ну, порядка 500-600 раз. Это давно это? Это еще... А это и сейчас. И сейчас. Это и сейчас, но сейчас ежегодно, 19 января, на крещение, в день смерти Николая Рубцова, я выступаю с этой композицией в библиотеке Ленина. Это уже традиция, последние годы я выступаю. А так, иногда по школам отрывки из композиции еще как-то приглашают, и я с удовольствием делюсь своим пониманием поэзии Рубцова. Ой, пора загибать пальцы, наверное. То есть, кто такой Алексей Михайлович Бычков? Так. Актер. Если музыка, Барт. То... Барт. Барт. Да? Барт. Ну, пусть. Упомянули про режиссуру, но мы попозже поговорим еще. Хотелось бы еще на один момент, акцент обратить внимание. На экран посмотрим еще, да? Да. Да, еще один отрывок. Да, да. Еще один отрывок посмотрим. С удовольствием, с удовольствием. Зря ты мне вчера не дал водички напиться. И нагрубил зря. Теперь я тебе грубить буду. А я чего? Я ничего. Меня хозяин нанял. Я кормил, поил, убирал. Все, как хозяин велел. Ага. Наркотики тоже хозяин привозил? Какие наркотики? Ваньку не валяй. Кто возил, когда умирали? Хозяин. Хозяин отвозил. А я только последний раз отвез. Ну а что? Хозяин не едет и не едет, а этот помер. А телефона хозяйского не было. Хозяин грозился. Говорит, не надо было в парке, лучше в реку. А я говорю, не нанимался трупы возить. Не было такого договора. Так хозяин оставил телефон. Говорит, позвонишь, ежели этот помрет. На, звони. Звони, сказал. Квасишь, Паша? Так их помянуть надо. Человек все-таки был тварь божья. Так их поминать грех. Отрывок из сериала, да? Сериал «Каменская». «Каменская». Да. «Каменская». Ну, как бы тоже у нас очень популярный сериал. Еще один аспект личности, творческой личности Алексея Михайловича Бычкова. Кино. Кино. Ну да, это вот «Каменская» это был как бы единичный случай, потом как бы незначительная роль была. Была еще в каком-то сериале, я его даже, честно говоря, и не помню. А вот это запомнилось, вот эта роль и работа запомнилась. Люди, наверное, актеры рядом. Конечно. И сама по себе. Конечно. И атмосфера, которая царила на площадке. Юрий Мороз, режиссер этого сериала, вот он мог, умеет создать атмосферу на площадке. Атмосфера доброжелательная, раскованности какой-то. Это дорогого стоит. Дорогого стоит. Так случилось, что когда я ушел из театра, и полтора года я не работал в театре, да, случилось так, что в Москве я прошел очень много кастингов. А. Да. И у меня как бы фильмотека появилась. Мы на пару с женой в нескольких сериалах снялись там. И «След», который сейчас вот показывают. Да, и роли, ну, довольно большие там. Но главная роль у меня была
в сериале «Особый случай». «Особый случай», там как бы там каждая серия – это отдельный сюжет. Это было интересно. Еще один пример концентрации воздействия театра, но уже не театра, кино, если хотите, но все равно сценического действия. Но все равно. Потому что кино же близко к театру. Но опять же, нужно исходить, конечно, из первоосновы. Это сценарий. Это сценарий. И, естественно, роль мне действительно она понравилась. С режиссером как-то мы нашли общий язык. Общий язык и, конечно, как мне кажется, идея, собственно, ну и те наши находки и тот посыл, с которым мы, ну, пытались донести мысль основную, что все-таки добро, наверное, должно быть. И человек маялся жутко, я говорю, ну, до того, что на дерево петлю и хотел просто повеситься. Добро должно быть в основе как бы жизни там, я не знаю. А вы как актер вот, в работе с режиссером, вы такой покладистый, такой спокойный, что режиссер сказал, то и делает? В общем, да. То есть свои, да. Ну потому что, ну, у вас же тоже есть свои представления о прекрасном. Ну, извините, надо. Я условно так говорю. Да, ну, да, все правильно. Ты все не правильно. Знаешь, давай вот так сделаем. Нет? Начинать надо с белого листа. Чего хочет режиссер? Да, ты прочитал пьесу. Ты как бы осмысляешь свой образ. Но пока ты не понял концепцию, задумку режиссерскую, который все образы сводит, а не только один твой. Понимаете? Конечно, от режиссера надо отталкиваться, понять его замысел, а потом нанизывать свои какие-то, пожалуйста, можно и привносить, если это будет к месту. Он только будет благодарен тебе. Вот сейчас мы репетируем безымянную звезду, фильм известный Михаила Казакова. У нас спектакль по этой пьесе. Конечно, за режиссером, но я с удовольствием вношу свои какие-то предложения. Режиссер хватается и благодарен мне за это. Я говорю это в открытую, как бы не стесняясь. Живот я себе придумал, персонаж, который с животом, ну, очень добрый и как ребенок, обижается на все и на вся. Вот такой мой персонаж, начальник вокзала. Ну, все-таки я почему спросил, потому что сами вы тоже ставите, да, сами вы тоже в качестве режиссера. Ну, Вот на эту тему предлагаю поговорить, но поговорить после небольшой паузы. Уважаемые телезрители, сегодня мы разговариваем с актером Гомельского областного драматического театра Алексеем Бычковым. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. После небольшой паузы мы вернемся в эфир. Продолжаем нашу программу. Сегодня вечером, я напомню, мы общаемся с актером Гомельского областного драматического театра, с Алексеем Бычковым. Разговариваем о театре, о воздействии театра на жизнь, скажем так, да? Ну, на зрителя. На зрителя. А зрители есть жизнь наша. Зрители есть жизнь, да. Если вот этот катарсис, хоть один, вы уже перед этим сказали, если хотя бы один человек в зале... проникся тем, что я нес со сцены... То уже не зря, да? Да, да. Ну вот вы в качестве режиссера давно вообще ставите свои спектакли? Кроме того, что вот литературно-музыкальное там по Рубцову, наверное, ну такие, в качестве режиссера. Ну, во-первых, у меня в качестве режиссера были опыты постановки у нас в драм-театре. Сказку я там поставил спектакль для молодежи «Ночь после выпуска». Вот. Поставил несколько композиций, опять же, с молодежью там и прочее, на военную тему, на чернобыльскую тему. Мы это все выступали, как бы, да. Но всю сознательную жизнь я ставлю спектакли в других, в самодеятельных коллективах. А, вот так вот. Вот, допустим... Народный театр «Зеркало» при университете. Это мое детище.
мое детище, да, я там по работе ставил много спектаклей, там поставил. Затем сейчас я, допустим, в настоящее время, я веду, опять же, народный любительский коллектив «Встреча» при городском центре культуры. Угу. Да. Недавно еще как бы живет у нас спектакль по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова». Ну, у нас спектакль называется «Мечты, сны и грезы» Мишеньки Бальзаминова. Да? И сейчас вот как бы активно работаем над пьесой Николая Калиды «Баба Шанель» в колледже железнодорожном. И вот сейчас взяли новую пьесу в работу. Тоже народный коллектив. Везде пытаюсь создать народные коллективы. Да. А откуда появилось желание ставить самому? Неужели не хватало? Нет, не востребовано опять? Я думаю, это невостребованность тем... какая-то. И вот хочется самовыразиться. Ну, а как иначе? Хорошо. В качестве режиссера, когда вот насколько актуальные темы берете, насколько это как бы концентрация, вот, ну, учитывая тематику. Ну да, я понимаю. Но все равно первопричина, первооснова, все-таки это пьеса. Пьеса, она уже сама за себя будет говорить. Вы знаете, вот такой случай. В начале 90-х годов в Москве в одно и то же время в 20 театрах разных абсолютно шла «Чайка» Чехова. Да, вы что? В 20 театрах разные режиссеры, разные актеры, сценическое решение, все разное, только текст один и тот же. Это же похоже на какой-то фестиваль одного спектакля, как да. Шекспира так ставят, наверное, приезжают. Да. Это фестиваль, это время. А почему? Время, 90-е годы? В начале 90-х годов. И именно «Чайку» все режиссеры, все, обратились именно к этой пьесе. Не сговариваясь, естественно. Они увидели что-то, то, что созвучно сегодняшним временем. Mm-hmm. Говорят, что Гамлета можно ставить каждые 10 лет. Проблемы какие-то, которые сам материал насколько сконцентрированы в этой пьесе. Да? Ну, с другой стороны, разные акценты. Да, что мы все классика. То есть современные пьесы не такие? Или вы так не сильно следите за современной драматургией? Да ну как? Почему не следим? Не хватает такой вот концентрации у современного материала? Я не знаю, к сожалению. Да, артист и не обязан, может быть, артист и не обязан знать как бы свежие пьесы, которые появляются там, авторы какие. Да, это удел режиссеров, которые... Профессия у которых. Я, допустим, веду коллектив театральный в исправительной колонии номер 4. И там я должен сказать, что вот у меня просто катастрофа. Просто катастрофа, когда я выпускаю очередной спектакль и думаю взяться за следующую постановку. Недостаток пьес женских. Именно женских, недостаток пьес. Ну, может быть, поэтому вот мы и говорим о классике, что ли. Та же «Чайка», тот же «Шекспир», тот же «Ревизор», тот же «Островский». Проверенные временем обкатаны. Конечно, там ведь пьесы. И темы, которые поднимаются, они вечные. Алексей Михайлович, прерываемся еще, потому что самое время посмотреть еще один отрывок. Так. Это уже, по-моему, это телевизионный проект, наверное. Что, эпоха. Что? Эпоха. Эпоха. Да? Эпоха. Эпоха. Вот мы сейчас посмотрим как раз в тему нашего разговора. Когда мне говорят, что сейчас живется лучше, чем в Советском Союзе, я готов рассмеяться в лицо. Ну как? Как можно сравнивать наши эпохи? Как? Вы говорите «Порш Каен», я говорю «Жигули-шестерка». Вы говорите «Макбук»,
Я говорю, печатная машинка Зингер, она тогда еще и подороже стоила. И поверьте мне, эти вещи были понадежнее нынешних. И так во всех сферах. Не верите? Сейчас докажу. Дальше мы заинтриговали. Да. То есть, насколько вот это искренне? Я понимаю, что по сценарию, но мы вот начали говорить, что театр и пьесы, тематика, так сказать, насколько искренне вот этот монолог для вас лично, вот как в это, или это телевизионный проект? Конечно, редактор, это телевизионный проект. Это я играл роль, ну, я не знаю, историка какого-то, писателя, может быть. Я не знаю. Конечно, это монолог, он требует комментариев. Там по сценарию очень любопытно. Вот этот человек все время отстаивает преимущества социалистического образа жизни. И все время говорит, не верите мне, а вот смотрите. И после этого актерами разыгрывается какой-то анекдот. Насколько вам близка вот эта позиция? Вы держитесь за прошлое? То есть вот то, что раньше пьесы были хорошие, раньше театр был хороший, а сейчас вот, учитывая тему нашего разговора, воздействие на жизнь, ну, где катарсис, где слезы, где в зрительном зале, например, эти падающие в обморок дамы от того, что происходит, увидели там это. Я вот о чем хочу сказать. Но больше это половина жизни, конечно, она там, в 20 веке. Конечно, я порождение той эпохи социалистической. Но здесь, в этом образе, что ли, конечно, тоже сконцентрировано все. Сконцентрировано. И я с таким напором, я не отстаиваю преимущества. Во мне этого нет. Есть хорошее там, есть как бы то, как я понимаю, и недостатки, мягко говоря, в том времени. Они были, но так рьяно отстаивать свою позицию, нет, во мне этого... Это опять-таки попытка воздействия искусства, театра, сцены, телевидения конечно, на жизнь. Конечно, есть, и жанр, он как бы предполагает это, чтобы нести и зрителя как бы за собой. Истерично даже немножко. 8 серий по 10 минут. Вот такой удивительный какой-то проект. Я в Москву ездил. Московский проект, да? Московский проект, да, я в Москву ездил. Мы коснулись, вот, вы упомянули о том, что кроме творческих студий в университете, в этом ведете тюрьма. Да. Это как-то вообще странно звучит. В массовом представлении в тюрьме люди не играют в театр. По-моему, у кого это? У Довлатова было такое, когда там ставили. Ну, это отдельная тема, там юмористическая такая. Но вы занимаетесь не один год, и что это такое? Давайте поподробнее. Да. Откуда вообще идея возникла? Значит, история это такова. Я в этом проекте, собственно, это и есть начало. Перед этим все было как бы подготовка. С 2005 года мне предложили, изначально он был шведско-белорусский проект. Шведы предложили вот такой вариант. Средствами театра, искусства театра, воздействовать на вот эти души осужденных женщин. Как раз в тему нашего разговора, насколько театр повседневная жизнь, а здесь уже люди-то там... Это были как бы их, была их идея, это были их деньги, я вам скажу. Все. И я взялся за это дело. Причем мне было предложено тогда, в 2005 году, ну вот возьми пьесу Гарсио Лорки «Дом Бернарды Альбы». Там одни женщины, 16 человек. «Дом Бернарды Альбы» и поставь, ну, один акт. Проект рассчитан был на год. На год. И поставь один акт, мы приедем, посмотрим это дело, как это. Важен процесс. Я вышел на организаторов этого проекта со своим предложением. Во-первых,
ни в коем случае не дом Бернарды Альбы, потому что пьеса мне тогда категорически не нравилась своим мраком. «Тюрьма в тюрьме» называют некоторые эту пьесу. Лорка немножко, да. Да, да, да. Модернистские такие. Вот. А организатор Александр Нордштрем, он профессиональный режиссер. То есть он понимает, о чем мы на одном языке как бы разговаривали. А что, ну, отвергая, предлагай. Я предложил «Восемь любящих женщин» Робера Тома. Французский детектив такой. Ну, пожалуйста, ну, давай так, если ты хочешь. Это первое, то, что я предложил. А потом говорю, что значит акт поставить? Ну да, если уже делать, так делать уже пьесу до конца, надо, да, полностью ставить. Да. Зачем тебе это надо? Ну, когда я сказал, что нет, мы все-таки спектакль будем делать, ну, пожалуйста, давай. И закрутилась, и пошла работа, и пошла работа. В конце декабря был поставлен спектакль этот. Сколько времени на постановку прошло? 9 месяцев. 9 месяцев. 9 месяцев. Тоже наверное, неспроста цифра 9 месяцев. Все спектакли, выпущенные мной там, на зоне, все выпускаются 9 месяцев. Независимо от того, сколько... Это вы так подбираете по времени или так получается? Так случается. Я ничего не предпринимаю для этого. Что-то мистическое в этом есть. Да. У нас был опыт, когда в спектакле были заняты 3 человека всего. Казалось бы, внутри легче работать, как бы, да-да-да-да, ничего подобного. Все равно, в силу разных причин, все равно. С 2005 года это все идет, да. 11 лет уже, считаете, да? Да, 12 уже. 12, да? Да, уже 12. В год по спектаклю? Нет, так не случилось. Это восьмой спектакль. Дело в том, что, да, 2 постановки, 2 спектакля, которые я брал в работу, ну, по определенным причинам, независящим даже от меня. Не пошли. Да, они были сняты с репертуара, хотя были сделаны почти на 70%. Уже знали тексты там и прочее. Ну, в силу разных причин. Вот. Были и остановки в работе этого проекта. Были. И вот спектакль, который мы недавно поставили, и он уже как бы умер, этот спектакль. 4 раза мы всего его показали. 2 раза там. И «Солнце светит всем». И вот, возвращаясь к тому, что пьес-то нету для женщин, потому что я уже все переставил. Женщин. Вот, видите, я только спрашиваю, следите за драматургией современной или нет? Ну, а как же, слежу, но нету их, нету. А то, что есть, допустим, «Девичник», ну, не могу я, пьеса американского автора, не могу я за него взяться. Не интересен он им. Другой менталитет. Другие темы вскрывают. Вот это вот, если немножко поподробнее, то есть вы сказали, шведы, когда переезжали, ну да, поставили вроде бы с одной стороны социальная направленность такая, занять чем-то людей, которые в замкнутом пространстве, чтобы воспитательный момент присутствует, это понятно. Но потом вы-то, ну, ведя этот проект и занимаясь им, вы чувствуете, что это надо? Это увлекает на самом деле? Конечно. Это воздействие какое-то есть на тех девушек, женщин, которые там находятся? Вот смотрите, достаточно сказать, что, вы понимаете, вышел спектакль «8 любящих женщин», они все, на сцене было 10 женщин. 8 исполнителей, я там еще 2, значит, вел еще 2 женщин. Вы понимаете, красивые люди, красивые внешне, красивые внутренне, хотя там разборки идут, и самое главное, талантливые. Они талантливы, и это видно, потому что спектакль брал, он держал.
Мы этот спектакль показали на сцене в начале драмтеатра. Потом на гастроли с этим спектаклем. Гастроли? Поехали в Минск. В Минске показали его. Случай беспрецедентный. Ну да, это же спецучреждение. Как, конечно. Каким образом? Охрана, сопровождение. А как же? Да, беспрецедентный. Я вам больше скажу. Сейчас вот департамент исполнения наказаний и, собственно, министр внутренних дел захотел, чтобы мы показали последний наш спектакль «Солнце светит всем», чтобы мы показали на сцене нашего областного драматического театра. И это случилось 30 июня этого года. Мы показали этот спектакль. Зал был забит до отказа. Были приглашены родственники участниц этого спектакля. Департамент из министерства, из Министерства культуры, Министерства образования. То есть это был такой, когда спектакль закончился, и предоставили слово министру МВД. Вы знаете, он извинился. Он сказал: перед спектаклем у меня попросили интервью, и я назвал этих женщин, которые будут заняты в спектакле, я назвал их спецконтингентом. Я прошу прощения за это слово. Я видел талантливых, красивых, самодостаточных людей. Хоть это происходит и в стенах как бы исправительного учреждения. Это, на мой взгляд, дорогого стоит. Дорогого стоит то, что заинтересовались как бы на высшем уровне этим проектом. Ну и вот непосредственно как театр воздействует на повседневную жизнь. Да, воздействует. Я в этом абсолютно убежден. Давайте обратимся еще к гитаре. Ничего, что я так в разброд. Абсолютно. В разброд. Да, давайте еще одно музыкальное произведение, да? Ростислав, ты не против? Нет. Вероника Тушнова. О, кстати, я, женщины. Я счастливый человек. О, да. Дождик сеет, 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 с полуночи моросит, словно занавес кисейный за окошками висит. А в лесу кричат кукушки, обещают долгий век. Мне не грустно и не скучно, я счастливый человек. Мне не грустно и не скучно, я счастливый человек. Из раскрытой настежь двери пахнет глиной и травой, а кукушкам я не верю, врать кукушкам не впервой. Да и что считать без толку, лишним годом дорожить? Ну, недолго, так недолго, только б счастливо прожить. А в лесу кричат кукушки, обещают долгий век. Мне не грустно и не скучно, я счастливый человек. Мне не грустно и не скучно, я счастливый человек. Так прожить, чтоб все, что снится, все сбывалось наяву. Так прожить, чтоб петь, как птица, так прожить, как я живу. А в лесу кричат кукушки, обещают долгий век. Мне не грустно и не скучно, я счастливый человек. Мне не грустно и не скучно, я счастливый человек. Алексей Михайлович, да. на самом деле вам не грустно и не скучно. Вы на самом деле счастливый человек? Абсолютно. Абсолютно. А чего еще желать? Есть семья. Нет, ну, творчество. Дочери, да. Жена, внуки. Правнуки, правнучка, боже ты мой, правнук еще совсем малой, но правнучка есть, такая непоседа, такая непосредственность, такая, чего еще желать? Работа любимая есть, есть возможность самовыразиться, да, отдавать себя, отдавая, да, получать от них, есть возможность творить в конце концов, и это самое главное.
Вот еще один аспект. Это ваши пьесы. Да, появилась такая документально-публицистическая повесть, где это по следам выпуска нашего первого спектакля. Повесть называется «Дело номер». В основе лежат письма. Письма этих осужденных женщин, которые были заняты у меня в спектакле. В письмах они рассказывают о себе, когда дошли до жизни такой, и театр в их судьбе. В основе эти... Да. Да вы что, очень да. интересно. И мои комментарии. Сама тема интересная, да. Ну, конечно. Это письма, и мы как-то даже к нашему юбилею театра мы делали небольшую страничку на радио. Актрисы нашего театра, они читали монологи, письма вот этих женщин. Ну, в сокращенном варианте, правда, но была передача радиопередача. В пьесу, в такую самостоятельную, самодостаточную поставку? Не выливается. Нет, да? Не выливается, да. Ну, с другой стороны, процесс творческий еще же не заканчивается. Здесь в этой книге две пьесы. Нет, тут три пьесы. Три пьесы. Да. Ну, одна с переводом, это сказка. Да. «Приключения маленькой бабы-яги» и «Пригоды маленькой бабы-яги», то есть на белорусском и русском, в моем же переводе, кстати. И «Волшебное зеркало» тоже сказка. Сказки у меня еще есть там, как бы и на белорусской мове, и на русском языке, даже в стихах одна. А вот эта серьезная, так сказать, пьеса о Николае Петровиче Румянцеве. Графе Николае Петровиче Румянцеве, да. О последних, как бы, 10 годах его жизни, которые он посвятил, как бы, Гомелю нашему. До этого было так, наездами как-то, а последние 10 лет он очень часто и активно принимал участие и в строительстве там, и города Гомеля. И так далее, то есть... Да, она написана, эта пьеса. Пьеса написана по повести Михаила Рассолова «Канцлер Румянцев Гомельский». Кстати, ваш бывший председатель радиотелекомпании, или как он называется, Котов. Котов, Виктор Дмитриевич, да. Да, Виктор Дмитриевич, он мне посоветовал, попробуй, а вдруг получится, попробуй. А я ничего не обещал, а как взялся... И я понял, что может что-то случиться, получиться, когда я вышел на решение этой. Пьеса называется «Любовь на расстоянии звезд». Она в прошлом году, я стал лауреатом литературной премии имени Кирилла Туровского. Да. Когда я нашел образ современника, вот, возвращаясь к теме нашей беседы сегодня. Воздействие, да. Да, современник. Современник, придумал... вы имеете в виду современника времен... Нет, персонаж сегодняшнего сегодняшний. Дня. Персонаж сегодняшнего дня, который вот... Кто такой был Николай Петрович Румянцев? Да, материала, кстати, очень мало. Да. Очень мало о его судьбе, о его жизни. Но в основу еще легли письма. В 2002 году были опубликованы письма вдовствующей императрицы Марии Федоровны, адресованные Николаю Петровичу Румянцеву. Mm-hmm. И они здесь приведены. Да, пару писем буквально. Они опубликованы в определенном там... Ну, понятно, исторические. Да. Не все причем, а часть. Вот. А во второй части я попытался... написать письма, которые в природе не существовали. Письма, адресованные Марии Федоровне... Румянцевым. Румянцевым. В природе их не существовало, и их быть не может, потому что он прямо здесь, в этой пьесе, в самом конце, он их сжигает. Поэтому их и нет. Да, хитрый такой гоголевский ход. Ну, в общем, да. Вы нашли такой, да. Да, в общем, да. Гоголевский, понятно, да? Если у нас есть время, я бы прочитал небольшой отрывок. Да, мы попросим Ростислава, наверное, как-то помочь. Ростислав, что-нибудь лирическое такое, лирически-драматическое, что можно вот такое, да?
Кстати, я, видишь, ну, слово как бы придумал, чересчур лирически драматическое, заумное нечто, да? Сейчас скажу. Я хохотал жутко, когда вот пришел к этому открытию. Отделение связи. Вдумайтесь в это. Вдумайтесь в эти два слова. Да, это... Само себя исключаю. Отделение связи. Оксюморон это называется, да? Когда два противопоставления по смыслу. Ну, это уже как бы... Ну, да. Это для филологов. Ну, да, хорошо, да, да. Давайте к письмам. Да, вот письмо последнее Николая Петровича. Мария, жизнь моя. Моя единственная и последняя радость. С неизменным чувством благодарения Всевышнему за дар бесценный любить, дышать и жить тобой, пребываю благосклонным пред именем твоим, Мария. Ты открыла в моем сердце живительный источник бесконечной чистой любви. Моя любовь к тебе, полная романтики и тайн, прекрасная, счастливая любовь. Я полюбил всем сердцем, всеми силами души своей этот мир, это небо и землю, и этих людей, ничего не требуя взамен, ибо Бог есть любовь. Моя любовь к тебе – это любовь на расстоянии звезд, и в ней вся сила моих чувств, желаний, духовной энергии и вдохновения, направленных на служение Богу, Отечеству и человеку. Быть может, эта весна моя последняя. От этой мысли радость весны только усиливается, ибо все мои зимы и весны, осени и лето, сердце мое было наполнено тобой, Мария, только тобой. И я ни секунды не жалею о пережитом, потому что со мной всегда была моя Мария, мое совершенство, мое божество. Бог есть любовь. Я верю, я знаю, что буду услышан тобою сквозь время, на расстоянии звезд, и когда это случится, мне останется только одно – воздать достойную молитву Богу. Бог есть любовь, Бог есть любовь. Марта 23-го года 1825-го. Вполне возможно, Румянцев мог бы написать такое письмо. Ну, кто знает, кто знает. Во всяком случае, мне хочется в это верить. Вы знаете, вот это чувство любви, а любовь в основе, наверное, называется это на каком-то языке платоническая любовь. Они у них были какие-то отношения, но они не могли ни на йоту выдать взглядом или жестом каким-то свои привязанности друг к другу. Они вынуждены были вскрывать. И в письмах Марии Федоровны это прослеживается. Чисто деловые письма. Чисто деловые, о благотворительности какой-то, о меценатстве там. Ну, с другой стороны, речь же идет все равно о Гомеле, так или иначе. В общем, все равно о Гомеле идет речь. В общем, да. И если уже касаясь темы нашего разговора, да, о воздействии театра на жизнь, хотя бы вот, ну... Кто знает, что сделал Румянцев конкретно? То есть насколько популяризация истории, ну это опять-таки воспитание. Да, сама личность, да. То, что он был меценатом, умницей. Здесь Молчанов, исследователь его жизни, Николай Петрович Румянцев, человек-энциклопедия. Алексей Михайлович, я так понимаю, мы можем разговаривать бесконечно, потому что, во-первых, всю композицию Рубцова можем послушать очень в прекрасном вашем исполнении. Запросто. Пьесы, я думаю, мы заинтриговали просто. Ну, а с другой стороны, если на афишах будет имя театра, будет имя Алексея Бычкова, телезрители, во всяком случае, будут понимать, о чем идет речь, что идти стоит. Так. Просто в завершение разговора хочу поблагодарить вас за
то, что нашли время. Ну, а мы будем прощаться. Уважаемые телезрители, мы разговаривали сегодня с актером Алексеем Бычковым, актером Гомельского областного театра. Спасибо большое, Алексей Михайлович, за участие в программе. Вам спасибо. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. Спасибо компании SoundPro by за помощь в подготовке программы. Меня зовут Сергей Краснобород. Увидимся.